Ля-ля-ля! Кокорин и Мамаев возвращаются на футбольное поле. Правда, пока в составе команды заключенных. Главная интрига, какие финты совершит Павел Мамаев и сколько забьет голов. Против них сразятся охранники СИЗО «Бутырка». Мы зададим вам жару. Это ваш все-таки первый вызов сборной России. Вроде и второй вызов-то. Вот так вот. Когда узнал о вызове сборной России? Вчера. Какая реакция была? Это моя мечта. Я русский, я черный русский. Нам-то не гони. За километр видно, что ты людоедом был. Вместо газона утрамбованный снег, вместо стандартного поля Бутырка-арена. Шикарные болельщики. Как мы можем поиграть? Ну, на полшишечки, грубо говоря, да? Мамаев, убить не давайте! Идет передача. Удар через себя. Прекрасный гол. Ой, хорош! Голасо! Отличная командная игра, ребята. Ну чё, блядь, вчера нахуй сыграли в хуйню, вату покатали. Тренер мудак, нахуй. Заруба пиздец такая, нахуй, там, походу, у тренера. Was war das für ein Erlebnis für Sie heute? Was? Как дела? Добро. Добро? Добро, пичку матрицу. Пиздец. Пиздец, блядь. Пидораста. Перед матчем меня нахуй давай целовать, обнимать, блядь. Мой капитан, нахуй. Пиздец, там чмокать начал меня, нахуй, при всех. Все смеются, нахуй. So schön, dass Sie immer noch den Ball in den Händen halten. Den haben Sie dreimal eingenetzt. Чего, блядь? Не фиштайн. Борьба в середине поля. Большое количество отскоков. Мяч отскакивает. И удар с полулета правой ногой в падении. Блестящий мяч забивает Павел Мамаев. Просто безумие! Выполнили план на игру, нахуй. Вы все сделали возможное, невозможное. А мы наигрывали вообще другое, блядь. А играли вчера в беги, нахуй. Ему нет доверия, ничего. Знаешь, уважения за то, что он такой. Ну, пиздобол. Партнеры по команде очень своеобразно поздравили лежащего в воротах Дюбу. Голы в Санкт-Петербурге, и это были очень красивые голы. Я думаю, что многие помнят удар со штрафного на Коломейцева на стадионе Петровский. Сегодня Глушаков ведет борьбу в центральном круге. Мальчик прибежал к Глушакову. Что это такое еще? Ну, это не болельщик, это ребенок. Дети, набравшись всякой ерунды из интернетов, вот чем все это заканчивается. Он показывал. Тихо, я задаю вопросы здесь. Что случилось, Данил? Он на меня садился. Зачем садился на тебя? Жопу мне показал, садился, чтобы я нюхал. Это правда, Денис? Ты жопой на него, на лицо садился, да? А у меня писюн показывал. Я не показывал. Он показывал. Денис, он не показывал. Что ты врешь? Я сам видел. Ты с ребятами пообщался? Как тебя приняли? Я уже чувствую, атмосфера очень хорошая. Ну как ты поддерживаешь Россию? Давай. Залуиш, короче, не хочет играть, Хани не хочет играть. 20 миллионов просто нахуй не заявки на трибуне купили двух футболистов. На Украине заговорили о том, что переход футболиста в российский клуб может закрыть ему дорогу в сборную. Я знал, ну, я на какой шаг иду. Ты же любишь, наверное, Украину. Это же родина твоя. Неужели ты своей куриной башкой не понимаешь, что происходит? Ну никак не входит в мои обязанности сидеть и рассказывать, как я живу. Неужели тебе не взападло выйти со словом «Россия» на футболке? Я не могу понять. Так я откуда знаю, как ты вышел? У Бога надо спросить, как так вышло. Я устал, просто надо было сменить обстановку. Понадеваю вышиванки, нищие ширинки и засыкаю ее, каже. И я их называю засымотня. Драч! Что делает тренер «Локомотива» по физподготовке, когда ему нечем заняться? Что он делает? Гоняет Лысова. Выходит ребро! Резанный пас, удар! Что это было? Как не забил Федор Смолов? Данченко по
штрафную площадь. Не добрался до мяча Соболев, а здесь момент, и это не гол! Боже ж ты мой! Мяч разыгрывается в середине поля, идет отскок, рикошет. Павел Мамаев выбирает мяч под левую ногу и забивает мяч в ближнюю. Павел Мамаев стал лучшим бомбардиром Бутырки. В матче между заключенными футболист забил 7 голов. Это лучший результат за всю карьеру футболиста. В завершении встречи общее фото. Давайте присели. Все поближе. Больше улыбок. Удо! Ну а так в целом, какие впечатления? Пошли, суперзвезда. Наш тур еще не окончен. Во мне два разных человека. Один говорит, может быть, еще поиграй. А второй говорит, ты что, с ума сошел? Блин, заканчивай, блин, ерундой заниматься. Только Манчестер Юнайтед. Ты же видишь? В смысле? Если не убрали? Невозможно вообще. Вы часто играете в футбол сейчас? На том же поле, да, вот где был матч этот? Ну я шо, кто там, блогер какой-то или что это? Нет, на Вэмбли вывозим. У вас хорошее настроение. А чего оно у меня может быть плохим, скажите мне? Ты имел все, о чем они мечтали. И все профукал. Я им всю правду рассказал, как было.